Появился новый способ получить Т-44-100 и бесконечный прем, и при этом не менять свой домашний интернет. Подключай мобильный тариф игровой от Теле 2 и получай танковые бонусы, а также пакет звонков и мобильного интернета. Мобильный тариф игровой. Играй комфортнее, фарми больше. Подробности по ссылке в описании. Да, стрим пошел, ребят, всех приветствую, с вами Левша. Да, да, да. Но с Чарфутуром мне здесь сложновато будет, скажем так. О, нет, 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 я хочу жить. Бляха, муха, все было мне, да? Бляха, муха, артоводы 2200 дал. Нет, я агрессивный игрок, нельзя так играть, просто агрессивно. Да мне еще вот это, я не понимаю, вот это стадо мудаков, мудаков по-другому не скажешь. Стоит толпой один танк. Валить на него, просто снесите его со всех сторон и все. И поехали дальше, они просто стоят одного танка и срутся. При том, что здесь сам есть Чарфутур такого же уровня. Просто заехали, его снесли и все хорошо. Ой, короче. Бля, вот это артоводы засаживают. Не, ну это бред. Блять, это просто бред, когда тебе... Где твоя команда? Где моя команда? Где моя команда? Блядь, один дурнее другого. Артоводы засаживают просто, да и... Да идите в жопу! А, я уже скинул сессию на нем, кстати. Да, нормально ТВП, дай мне сейчас. Да, блядь, это бред. Во-первых, я до города добраться не могу, во-вторых, это... Бля, так... Нормально, не, все. А я на ЕСО уже скинул сессию, поэтому повторить сессию я на нем не могу. Ну ладно, будем вытаскивать из... как говорится... Это серьезно, что ли? Бля, сейчас... Ты, ну куда ты приехал в начале боя? Не пробил. Не, размен-то может и хороший будет. Но мне от этого не легче. Бля, пол лица отгрыз, блядь. Откусил пол лица, ребят. Бляха, муха, не, все в говне, да? Бляха. А вот это битва за монастырь, я понимаю, да? Да, был бы я один, я бы сдох. А так, хороший друг у меня. Да бляха, мух. Че, ну ты понимаешь, что ему нельзя дать от КДшиться. Да, он, конечно, жестко дал. Бля, жесткий размен.
2000 всего дал. Ну, блядь, 268, что ты натворил? Нахер ты так отдался? Вообще. Я тебе говорю, понимаешь, что его надо убить? Но он просто на бугор вышел, его сфокусили. Блядь, так бы лучше забрали бы как-нибудь. Это нет. Если бы он здесь жил, мы бы здесь делов натворили. А так вообще без шансов. Бляха, муха, сжёг, сука! Бля, бортом, да дебил я встал, надо было мордой к нему развернуться сразу. Бля, зачем я вообще убегал? У меня такая хорошая позиция была, я бы стоял дальше, на ней, в ней настреливал. О, май гад, сколько он мне дал? 371, да, мне надо было просто в этой позиции дальше стоять и нахер разваливать их и вообще не париться. Бля, такой бой заруинил, еще мог... Я мог все эти 3000 урона еще в конце дать. Да сука маленькая. Сорян. Ах. Да, маты не идет, я согласен. Но я не могу. Это такой контроль был. Сейчас бы еще можно было пару-тройку шотов дать. Но это маленький артовод тебе добрал на М44. А, ну попадание. Попадание, попадание. Не, ну не ругаюсь, я не ругаюсь. Просто попадание. Будете попадать в ЛТшку? Это что такое вообще? Какая-то херня катается у нас по базе, да? Попадает на нашу. Дим, привет. Развод все дело. Только ты спасаешь. Эх, жизнь холостяцкая. Ах. Это я, короче, помню, с друзьями мы. Спасибо, Карток, за донат. Да, я просто ситуацию. У меня есть друг Ванёк. Да, вот близкий друг. Ну, вместе, считай, выросли, все. И он мне такой говорит. Это, говорит. Ох, ёшкин матрёшкин, ладно. Он говорит, это ты накаркал, короче, говорит. Все из-за тебя. А мы были, короче, когда там, ну, 18-19 там лет было. Вот, и мы как-то болтали на тему, что я говорю, ничего, пацаны, тусим, кайфуем, все хорошо. А я уже тогда один, считай, жил, да? Вот, и, ну, и у меня было как-то понимание, что еще много было старших товарищей, да, у которых там дети уже. Вот, и я говорю, пацаны, все нормально, говорю, сейчас у всех пойдут работа, командировки, жены, дети. Я говорю, мы толком вообще видеться не будем. Хотя до этого постоянно вместе собирались, там тусили, вот. И вот проходит там сколько-то лет, лет 5, грубо говоря, все, ну, всем ребятам уже за 30 или под 30, там, пускай, там, кому 20, короче, кому 25, кому 27, кому по 30, вот, ну, примерно такой разбег. У всех, естественно, там уже дети, жены, дети, вот, там, семейная жизнь, работа, командировки, ну, в общем, ну, короче, заняты все стали, да? А я Ваньку говорю, Ванёк, я говорю, не переживай. Я говорю, Ванёк, вот сейчас мы до 40, говорю, вот, ну, вот мы, говорю, там все довольно рано, там, кто же, ну, рано женились, рано, в принципе, дети появились. Я говорю, ничего, Ваня, говорю, до 40 лет. Я говорю, мы живем семейной жизнью, потом мы все разводимся, говорю, и начинаем заново тусить. Но уже, говорю, с тем, что у нас есть средства,
чтобы отдых проходил вообще весело. Вот так, так что, как бы... А до 40 здесь, в принципе, немного осталось. Да, понятно, все, все шутка-юмор, но смысл в том, что вот ты просто написал по поводу этот... Там развод, все дела, я вот эту историю сразу вспомнил.